Ну, наше исследование дальше. Боится, боится, боится такой. Шо, вниз? Да пошли, пошли, ты же должен все исследовать. Ну, вниз спускайся. Давай. Ты же звезда, должен знать, где пресс-центр, да? Спускайся, спускайся. Давай, давай, давай. Шурик обследует пресс-центр. Ну? Иди сюда. Я знаю, что тебе понравится. Ну? Куда? 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 Эй! Пошли. Давай. На кресло. Давай. Тут как раз Шурик лежит пончо из Перу. Натуральный. О, все. В пресс-службе прибыла. Ты любишь такие вещи. Ну, так, только не скидывай кнопки. Все надо обследовать. Чайные наборы, да? Шурик. Чувствую, обследуешь, что надо, что не надо. Ага. Тут конфеты из Лондона, да? А ну. Что там? Ну, иди ко мне за рабочее место. Шурик. Что ты нашел? Что, там у нас орехи или что? Так, резинки это не надо. Это не надо. Куда моего ангела скинул? Мне одна из сторонниц как-то подарила. Друзья, вот такого ангела. Вообще много привозят подарков. И Олегу Алексеевичу, и мне. И буквально через год родилась Ангелина. Такой ангел ручной работы. Что ты там нашел? Что? Помню, там были орехи. Шурик, попроси ангела моего не двигать. Попой, да? В принципе, здесь в пресс-центре одни подарки. Это тоже подарок. Такой письменный. Для письменных принадлежностей набор. Там я уже показывала, по-моему, эти два изумительных рисунка. Это рисунки карандашом. Наших китайских друзей Олег Алексеевич показывал. Много вещей. Здесь тоже в пресс-центре много вещей. Именно подарков для... вот и игрушечка тоже. Ну, в принципе, здесь все в основном подарки. Это игрушка ручной работы. Много.
много вещей собрано и в столах везде для будущего музея подарков. Что ты скинул? Ты тоже у меня подарок. Тот еще. Да? Ты тот еще подарок. Эй. Мне нравится, что очень многие делают именно вот, допустим, смотрите, карандашница вот такая. Это береста. Да? Парк Львов Тайган, вот жирафы, вот слоны. Это дерево и береста. Куда карандашик заточил? И жирафы тут, и такие слоны. Да? Исследует, исследует. Вот такой у нас пресс-центр. И Шурик сегодня здесь первый раз. Так что опять резинка, резинку не надо. Угу. Щипчики. Все нужно попробовать на зуб. Или что там держишь в руках? Какой-то орешек. Да, я посмотрю, что в зубах. Дай. Скажи, не отдам. Дай, посмотрю. Съестное там или нет? Дай посмотрю. А то может что-нибудь типа... Не съестное, поэтому ты и кусаешься. Что не хочешь отдавать, да? Все, я забрала.